Привет, уважаемые лица, с вами снова я, Лисица, и сегодня будет разговорный ролик, и я расскажу очень важные и серьезные вещи, которые, возможно, вы примете как обидно или весело. В общем-то, посмотрим. Как многие уже знают, я часто очень выкладываю видео, выкладываю стримы и так далее, но постоянно задаюсь вопросом. Видео много, подписчиков мало, и я тут решила, что видео теперь будут выходить по другим случаям. То есть сейчас 71 подписчик, а лайкают всего лишь-то 9. Это минимум. И я уже подумала, что буду снимать так. Вот сняла видео и не выложу его до тех пор, пока не наберется 5 подписчиков. То есть, одно видео 5 подписчиков. Сейчас 71, должно быть 76. То есть, когда наберется 75, я сниму сходку, смонтирую ее и выложу уже тогда, когда наберется 76. В общем-то, ребятки, все в ваших руках. Если вы хотите видеть больше видео, подписывайтесь. И что еще сказать? Если вообще подписчики на одном месте будут стоять, ну и видео, конечно же, будут ноль. Все в ваших руках. Я думаю, вы меня поняли и думаю, вы меня поддержите. Тем более на нашем канале очень маленький актив. Например, канал Звездный енотик. У нее около 300 подписчиков. Да, я понимаю, долго я зарабатывала там их. Снимала много. Но у нас, у нее лайкают 40 лайков на одном видео. У нас 71 подписчик. Лайков 9-10 максимум. И что я хочу сказать? Скажу то, что у нас очень маленький актив. Даже бывают те случаи, когда больше дизлайков. Например, 6 лайков и 9 дизлайков. Ну, это понятно, то, что кто-то сговорился и просто создал много-много аккаунтов и просто дизлайкает. Но, ребят, те, кто любит меня смотреть, те, кто преданный мой подписчик, я вас прошу каждое видео лайкать, участвуйте в конкурсах. Если вы хотите получать такие крутые призы, ну, или, например, сапфировое зелье, картину, или еще что-то, сет, например. В общем-то, вы должны быть на меня подписаны. Это обязательно. Я делаю отчет по тем, кто не подписан. То есть, если ты участвуешь в конкурсе, но не подписан и не лайкал видео, я смотрю, и если это так, ты не лайкал и не подписан, я тебя просто вычеркиваю из конкурса. И так же самое сходок. Если на сходку ты пришла, но не подписалась на мой канал или не подписался, то просто выгоняю тебя из логова и, не знаю даже, и удаляю из друзей. Если для некоторых лиц это прозвучало сильно обидно, ну, извините, но просто все в ваших руках. Думаете, я для кого снимаю там? Ну, как бы я ничего не имею против. Просто мне как бы хочется тоже, чтобы вы меня порадовали, а не только я вас сходками. Я ведь снимаю, монтирую, разные игры уже подбираю, чтобы вам скучно не было. Но все равно кто-то оставляет негативные комментарии под видео. Про этих людей я вообще молчу. Думаю, вы меня поняли и поймете. Всем спасибо за просмотр, кто меня смотрел, кто меня слушал. И огромное спасибо тем, кто меня смотрит и продолжает смотреть, кто также подписан на мой канал и на каждом видео оставляет свой лайк и комментарий. Таких людей я буду на топ подписчиков и буду, наверное, снимать такие отдельные видео, с помощью которых вы будете как бы знать, кто лучший подписчик или подписчица.
В общем-то, я думаю, вы меня поняли. Поддержите меня лайками. И всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.